Всем привет, дорогие друзья, всем привет! Сегодня я буду, как всегда, снимать топ-5 лучших ютуберов. Вы уже привыкли к этой рубрике, да? Сорян, что вчера не было видоса, просто голова болела. Сейчас прокомментирую катку и пойдем к ютуберам. Тут мы хотели добить Шелли, но мы не знали, где она. Вот она выходит, она нас нападает. Мы забираем от нее банку. Уже с 5 банками, это уже для начала топ. Убили эту, и сейчас... Извините за посторонние звуки, просто кое-что случилось. О, уже 3 команды. Я убиваю Покича, мы... Под страх и риск смерти погиб. Под страх и риск. Ну что, на нас нападает робот Евгений. И Эмс пытается на него защититься. Я хотел убить Макс, но что-то не получилось. Кидаю свою руту. И сейчас убиваю Макс. Беру баночки. И там еще 2 баночки беру. И все, Эмс пока справляется с роботом Евгением. И мы идем. Сейчас убьем этого Рика. Убили, но тут не туда было. Появилось. Это, как его, Макс появилась. Я бегу за ней. Если бы это не прохалявил, то мы бы уже заняли топ-1. Я ее убиваю, выношу. И мы выиграли. Переходим к первому школьнику. Первый школьник Никита Юте. У него топчик контент. Все есть, превьюшки, аватарка и шапка. Все топчик. Вот, смотрите. Сейчас просто так вкратце видосики. Переходим к четвертому. Четвертое место в нашем списке занимает Spooky Games. У него все топ, все есть. А канале есть. Каналы есть. Все, аватарка топчик и шапка топчик. Третье место в нашем топе, конечно же, занимает Фрэнкус. У него все топ. Все есть. Аватарки есть. Превьюшки есть. Аватарка есть крутая. И, конечно же, шапка. Второе место в нашем топе занимает Хейтон. У него все топ. Это не совсем школьник, но я его поставил. Вот, у него все топчик. Все есть, Хейтон. Вот у него подписки, сообщество, все шапка есть, описание есть, шапка, аватарка. Ну, короче, все топчик. И первое место в нашем топе занимает Петрич. У него все топ, он сам топ. Вот, смотрите, все превьюшки, аватарка, у него топчик и шапка у него топчик. Вот есть каналы. Вот есть, ну, сюжетов пока что нет. Ну, ладно. Вот, все есть. Описание и о канале. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Покеда, ребзя. Ту-ту-ту.